И всем привет, с вами Хантер, и мы продолжаем Beholder. И мы остались на очень таком выборе, либо убить генерала, либо нет. И, короче, я так посидел, подумал и решил согласиться. Не верю, что я это говорю, но хорошо, что я должен сделать? Вы правильно поступили. Поступите, Карл. Проверьте это верно. Поверьте, это верное решение. У нас мало времени, потому на скидку есть только три способа устранить его. Самое простое — это отравление. В этом случае вам ничего не грозит. Пишут на несчастный случай или на ошибку. Всем известна его невоздержанность в еде и алкоголе. Проблема в том, что вы не успеете найти для вас яд. Какие еще варианты? Есть и другой способ, там больше риска. Вам нужно будет выманить мясника на угол дома, а там с ним разберется наш стрелок. А если он промахнется, Джонсон сдаст меня? Он не промахнется. Благодаря Джонсону он потерял двоих сыновей. Он уже ждет на месте, так что вам нужно всего лишь обеспечить там присутствие генерала. Но есть и третий способ, самый действенный, но связанный с последствиями для вас. Вам нужно передать ему коробку с бомбой. Джонсон не отвяжется. Не откажется принять ценный подарок от поклонников, понимаете меня? Да, насколько я понял, он очень тщеславен. Верно, в нашем доме произойдет взрыв, да, но если в квартире или мы... Но лишь в этой, в его квартире, и мы это компенсируем как сможем. Подарок с начинкой я вам выдам, но выбирать предстоящий способ уничтожения этого ублюдка вам. Помните, времени у вас не так много, сгенерит коробку, передаст. Ну, по-моему, проще его выгнать на улицу. Яды, я не знаю, я не найду яд. Да в такое время. Положить. Ну, я пистолетик нашел. Или это не ты? У нас необычно работает оператор конвейеров. Ну, я уже говорил. Где-то вот она. Что вам нужно отнести, прошу? Так, поговорить об оружии. Что насчет моей просьбы? Я принес вам пистолет, спасибо. Обещаю, я не буду с ним очень аккуратно. Вы не представляете, как много вы сделали для меня. Вы рисковали своей репутацией. Вот, возьмите за ваши хлопоты. Благодаря вам, я впервые за много лет чувствую себя в безопасности. О, хоть деньги вернули. Так, запрос министерства. Найти способ убить генерала. Ну вот он почти появился, чувак. Мне не следует говорить, возьмите подарок для моего кумира. Я не знаю, я взял эту бомбу. Давай сюда. О, курит. Ой, сколько на тебя-то собралось. Не знаю, проще его, по-моему, выгнать, он еще дом рванет. Ой, еще читаешь. Он познакомится. Добрый день, я Карл, управляющий этим домом. Эрил Джонс, генерал в отставке, прибыл для проведения мероприятий по повышению патриотизма среди молодежи. Надолго к нам, я продолжу несколько выступлений и лекций, а после поеду дальше нести просвещение в массы. Воспитание, дети, верность нашему великому государству и приверженность идеям дорогого вождя – моя главная задача. Ваш приезд – это честь для меня. Заключительное выступление на стадионе перед школьниками, обязательно приходите с детьми. И у нас новая программа призвана «Призывы из-за парты в окоп». Делаем из пацанов настоящих мужиков по ускоренной технологии, так сказать. Поговорить про войну, поговорить про страну, отдать подарок, выманить из квартиры. Эрил, привезли шампанское для вас, но там несколько сортов, и я не разбираюсь с ним. Не могли бы вы найти и решить, какое вам принести? Карл, эта проблема легко решается, нанести сюда. Несите все сюда. К сожалению, это невозможно, часть этого шампанского предназначена для министра. Какая разница, почему нельзя принести его сюда, я здесь, так сказать, и выберу. Да, лучше деньги дать. Между прочим, доставщик крайне симпатичный, хоть и застенчивый, модовается ваша поклонница. Я обещаю поспособствовать вашему знакомству. Вот деньги на букет, если вы заинтересованы.
Что же вы сразу не сказали, молодых я очень даже люблю. Вот и шуру. Крест такой нарисовали, чтобы точно увидели. Да-да. Сразу приехали, бля, автобус по ним проехался. Вот нормально. Чё? Все, нет его. Так, сейчас мне штрафец небось выпишут или еще хули-то. Принять входящий звонок. Экстренный вызов. Министерство порядка. Каро, как так вышло, что генерал Джонсон был убит на территории вашего дома? Генерал Джонсон не отчитывается передо мной о своих передвижениях. Выходишь из дома без охраны, была ошибка, я предупреждал его, ведь враг не дремлет. Это очень печальное событие для всей нашей великой отчизны. Ждите новых распоряжений. А как быть с компенсацией счетов АРО? Каро, компенсация не может быть речи, вы потеряли всего лишь деньги, а страна потеряла одного из лучших граждан. Я радуюсь, что вас не арестуют за халатность. Задолбали вы здесь всех этих арестовывать. Так-с. Обшмонаем вещи. Приличное количество вещей. Медальки, галстучки. Ой, надо было на него написать это, я бы столько баба получил. Так, а теперь быстро чинить и заселять вон там новенькую. Мать с дочерью снимут построенную квартиру на длительный срок. Химик, возраст 48, безработный, возраст 20. Ой, злобные-то какие. Ну, прошу. Трагически оборвалась жизнь героя. Война знаменитого генерала Эра Джонса. В стране объявили трехдневный траур. Генерал был зарезан у дома, в котором он проживал. Готовьтесь к циклу лекций в вашем городе. Генерал мертв, но дело его живет. Да-да. Ой, ты что творишь, блядь? Турында. Для этого пистолет дал. Чтоб ты его застрелила. Пока ее не убили, надо на характеристику. Успею. Хотя что там писать? Нет. Это звонок. Прям честный звонок. Каро, я не могу даже передать, как вы нам благодарны, как и мы вам благодарны. Это было сложное решение, я знаю. Такие его повороты в жизни не проходят бесследно. Но вы должны поднять, что спасли очень много людей. Надеюсь, это может вам засыпать по ночам. Поможет. Я не помню, как я в последний раз спал, Дантон. Поверьте, когда мы закончим с этими паразитами на теле общества, у вас будет время, чтобы выспаться. Воу-воу-воу-воу. 8 косарей дали. Играешь не сейчас, поговорить про здоровье. Марта, как ты себя чувствуешь? Мама, давай мне сироп. Ну, мы помним про сироп. Все вкусно, все. Ништяк. Ну, зато хоть квартира пустая. Так, шмонаем вещи. Нехило вещички такие. Надо с вами познакомиться, типа там. Добрый день, я Карл, управляющий домом. Приятно познакомиться. Инга Биркенфильд. Я работаю в химической лаборатории. Моя дочь Герда формально, она не работает, но помогает мне в исследованиях. Что за исследование? Извините, моя работа засекречена. Поговорить по здоровью. С вами все хорошо. Вы про кашель, это последствия бронхита. Пока. Бонг починили.
Георг Дремп. Работник КПП. Нужна квартира, семейная пара на время командировки. Кто-то какая? Кто вы такая? Я могу вам помочь, управляющий этого дома Карлштейн. Я Жан Эрн, глава женского рабочего движения. Наша главная задача — избавить женщин от кухонного раса. Наш девиз: к каждой женщине место у заводского станка и пару лаковых туфель для танцев. Вы готовы сделать взнос во имя свободы и счастья всех женщин нашей страны? А сколько сейчас стоит свобода женщин? 5000, товарищ Карл. Да ладно, на. Благодарю вас от имени братства женщин. Я запишу вас в белую книгу. Жанна, вы уверены, что за станком женщин становится легче, светлее, чем на кухне? Без сомнений, товарищ Карл. Прогресс шагнул далеко вперед, и мы шагаем вместе с ним. Женщина сегодня лучшая замена мужчинам. Да уж, замуж вам надо, барышня. Я была замужем, товарищ Карл. Готовила, стирала, убирала. И что же, по-вашему, делал мой муж? А ничего. Мало того, он разводил дома боевых петухов, которые гадили везде, где только можно, даже в борщ. Боевых петухов, и много он на этом заработал. Ох, мужчины, вас интересуют только деньги. Ну да, и зарабатывал очень много, потому как разбивается в этом лучше всех. Но ведь это бои нелегальные, он их словно А он, словно насмехаясь над законом своего лучшего чемпиона, назвал мудрый вождь. И хотя тот не проиграл ни одного боя, это ведь не уважение к нашему великому лидеру. Подумай только, назвать так петуха, да за нами могли приехать в любой момент. Своего вождю я во время ушел от мужа, и теперь наше счастье заводских станков. Вот уж воистину история, леденящая кровь. Леденящая кровь. Чё ты там стоишь? Так, надо тебе продать что-нибудь. Там у них во много. Конечки там, берючки там, мультика, псиный яд оставим. Кардиган, отличная вещь для прохладной погоды, не знаю, оставим. Это продать можно. Дать, продать, оставим. Дальная пластинка с зарубежной музыкой. Продать, 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 продать. Вот это все продать. Давай, 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 давай. Продать, продать. Продать и это, и вот это, и вот это. Сейчас, наверное, жутко дорогая. Продать. Продать, продать. Продать. Паспорт, не знаю. Может пригодятся, нет? Книга «Великая жизнь дорогого» оставим, оставим. Нафиг надо, не знаю, ставим. Эй, признаешь, для Эйна Джинса $1, пусть кого-нибудь другого рванет. Чё вы, как вы, люди тут живем потихоньку, это мы знаем. Не бейте жену. Это Дора Ноэль. В тюрьме лучше, чем с мужем. Я счастлива, и я помню про вашу помощь. Я попросила перевести на ваш счет мое наследство до того, как счет заморозили. Вы славный человек, Карл. Ого, 10 косарей, по-моему. Нифига. Ты же убила его. Сидишь в тюрьме, ну хотя... Ее право. Надо вот тут, короче, камеру установить. А то я не вижу, что творится. Еще дядя, еще племянница. Действительно немало. Поговорить про страну. Как вам здесь? Мы думали, что переехав сюда, решим множество проблем, но жизнь здесь не очень-то отличается. Множество министерств, государственный контроль над всем, слышал даже, что и революционеры тут есть. Но контроль может быть, и тут не так уж плохо, а министерства у нас действительно много. Недавно создали министерство надзора за министерством строгого контроля. А про министерство инноваций в стоматологии вы слышали? Или про министерство штампов? Еще нет, сложно следить за всем, что сейчас появляется. Из последних новостей я слышал, что решение объявить Министерство сельского хозяйства и Министерство культуры. И как же оно будет называться? Министерство агрокультуры. Сейчас они занимаются организацией
патриотических концертов в полях. Их фестиваль «Светская отчизна», не, «Свекольная отчизна» и спектакль «Патриоты едят брюкву» очень популярны, как я слышал. Сейчас готовят новое представление «Картофельное знамя дружбы народов». Прекратите, я не могу больше это слушать. Поговорить про работу. Кем вы работаете? Работали раньше? Инспектором иммиграционных служб сидел на пропускном пункте и проверял паспорты. Принимал решение впускать или не впускать людей в страну. Звучит довольно скучно, как по мне. О нет, скучать было некогда, поверьте. Правила для въезда менялись каждый день. Да и люди приходили, скажем так, всякие. Вы, наверное, очень хорошо разбираетесь в разного рода документах, визах и прочих? Что есть, то есть. Обращаюсь, если будет нужна помощь. На поделке у меня глаз наметан. Так. Поговорить про ситуацию на границе. Вы не в курсе, как сейчас с выездом отсюда в другие страны? Граница на замке? По сути, да, но вариант есть, еще есть, хотя и мало. К тому же эти варианты не из дешевых. Георг, я не уверен, что это может с вами обсуждать, но вы сможете мне помочь уехать с семьей? А вы хотите уехать? Проблемы на работе? Скажу вам по секрету, мы переехали сюда именно из-за проблем на моей прошлой работе. Пока не уверен, но есть такая возможность, мне не помешает. Ого. Хорошо, я вам помогу, но это будет стоить больших денег, не меньше 145 этих. Сколько? Сбежать с контрабандистами существенно дешевле. Но нет никаких гарантий, что у вас не поймают на границе. К тому же нелегальное положение в той стране, куда вы хотите уехать, заставит вас спрятаться до конца жизни. Я же говорю о настоящих документах, Карл. Это большое число бумаг, виз, справок и подтверждений из множества ведомств. Причем не только местных, но и из других стран, куда вы хотите уехать. Но как только все это будет, вы будете настолько настоящим гражданином, которые живут там совершенно легально. Я понимаю, есть какие-нибудь способы снизить сумму? Вам нужны любые документы, дающие право на выезд из страны, паспорт, билеты. И если есть, приносите, и мы продолжим разговор. Также, если у вас есть друзья за границей или здесь, мы можем связаться с ними. Тогда получить справок будет значительно легче, а значит, сумма, необходимая для отъезда, уменьшится. Я понял, спасибо, Георг. Нормалек. Можно будет сидеть. У меня как раз паспорта есть, что-то типа того. Надо поменьше продавать, а ну... Георг, мне надо поговорить. Поговорить про работу, поговорить... Никаких документов нет. У меня ничего подходящего нет, жаль, ничего не поделаешь, сумма остается прежней. У вас есть кто-нибудь за границей, кто смог бы помочь? Это существенно снизит расходы. Дайте подумать, кто бы мог помочь? Шиммеры. Я бы мог уехать из страны, они мне не откажут. Альберт Мейке. Увы, наши взаимоотношения не сложились. Инга Бергхель. Увы, наши взаимоотношения сложились, мягко говоря. Дантон. Я помогал Дантону, рисковал жизнью своей семьи, он ничего поможет, должен быть. Патрик. Кто такой Патрик? Мой сын настоящий зомби-патриот, от него помощи ждать не приходится. А, ну да. Итак, давайте посмотрим, кто сюда может вам помочь. Расходы на значительную миграцию составляют 85 тысяч. О, вот это заебись. Надо ехать. Надо сваливать. Иначе рано или поздно нас... Один народ, один язык. Министерство забот выступило с инициативой укрепить позиции родного языка. Мы одна нация и должны говорить на одном языке. Общим, единственным. Заявляет знаменитость министра. Да подобная мера сильно повысит безопасность, сделав страну менее уязвимой для шпионов и агентов влияния. Или предлагают считать всех, кто хранит у себя иностранную литературу и говорит на чужом языке. Чувак, ты говоришь на чужом языке. Ты куда делся? Вон ты. Иди сюда. Есть возможность ехать из страны, нужно отдать Реймону деньги. Поговорить про разговор по телефону. Вы не немой, у меня есть доказательства. Карл, как вы мне надоели. Да, я не немой, у меня есть причина скрывать это. Узнать правду. Расскажите вашу историю, не смейте мне врать. Не знаю, можно ли вам доверять, но похоже, что у меня нет выбора. Мое имя действительно Альберт Мейке.
Я здесь по заданию моего государства. Какого государства? Вальверде. Что мы же воюем с Вальверде уже 40 лет. Я здесь как раз для того, чтобы эту войну остановить, Карл. Каким же образом ваши игры в него помогут предъявить новый прокурор? Кровопали. Короче, месиво. Видите ли, Карл, эта война, поддерживающая обеими сторонами исключительно в целях обогащения правительственных верхушек. Но не перебивайте, никто уже не помнит, почему вообще эта война началась. Но она дает рабочее место на заводах и шахтах, позволяет отправлять на фронт и похоронять прямо там инакомыслящих. Единственный способ ее закончить, это получить явное преимущество. Я говорю об атомной бомбе, Карл. Какой бомбе? Вот, видите, вы даже не знаете, о чем речь, а ведь у нашей страны она есть. Но вместо того, чтобы закончить войну при помощи угрозы ее применять, ваше правительство предпочитает молчать и отрицать людей на... отправлять людей на гибель. А если она появится у нас, то мы закончим это бессмысленное насилие за один день. Шарахнув этой бомбой по нам, Карл, ее применить исключительно после нее становится ничего, а нам это не нужно. Инженер Бастиона Волтер сейчас ищет жилье в вашем районе. И у него есть доступ к чертежам, я здесь ради них. Карл, заселите его в наш дом, помогите мне добыть чертеж. Вы в своем уме, мой долг ехать. Кстати, вас к чертям собачьим. Это стоит войну? Неужели вы думаете, что эта мясорубка на фронте закончится сама собой? 40 лет, 40 лет уже перемалывают наших детей в труху. Не лучше ли людям производить кастрюли и одежду на заводах, нежели порох, патроны и гробы? Даже не знаю, что вам ответить. Вы поможете мне? Ну да. Хорошо, вы поклянитесь, что эта бомба не будет использована. Клянусь своей жизнью. Вы сделаете по-настоящему доброе дело. Да. Вот спасибо, не на время. Ты там бухала, что ли, бабушка? Так, погодите. Говорить про здоровье Марты, проговорить про Сару, ничего. Познакомиться. Я Карл, управляющим домом. Кристина Мария Дрейм. Какое у вас интересное имя? В честь двух моих бабушек. Их звали Криста и Мария? Нет, но им очень нравились эти имена. Звучит очень странно, не слышал о таких обычаях. Откуда вы родом? Издалека, Карл, лучше поговорить об этом с моим мужем. Говорят про жизнь на границе. Насколько я понимаю, ваш муж раньше работал на границе, как вам там ужилось? Ужасно. Постоянно проверяют ЧП, денег ничего не хватало. Так, однажды на КП смену мужа напал террорист, так мужу пришлось стрелять в него. Какой ужас, ужас, да. Еще вчера вечерами часто приходилось выбирать, на что потратить деньги, на еду или на отопление. Сын постоянно болел, а потом у мужа начались проблемы на работе, вот тут-то мы по-настоящему испугались. Здесь, конечно, тоже не сахар, но, по крайней мере, климат лучше. Надеюсь, здесь мы сможем чувствовать себя в безопасности. Не факт. Так, вот утиное вторжение. Возмутительный случай произошел вчера в городском порту. Двое неизвестных на самосвалах приехали на территорию порта, ночью выгрузили несколько десятков тысяч резиновых утят, скрывшихся затем в неизвестном направлении. Свидетели отметили на грузовиках надпись «Утиный флот», а на самих утятах, разнесенных течением, были обнаружены фразы «Делайте утят, а не мины», «Утки хотят мира» и «Поставим уточку в войне». За порядка заявил, что это спланированная диверсия, призванная подорвать боевой дух нашей страны, и виновные будут найдены и наказаны. Также он отметил, что резиновые утки отныне не приравниваются к противогосударственной пропаганде, а их хранение карается штрафом. Ништяк. Чё там? Шарфик, книжки, пить, утки, да идите вы. Страны. Ля-ля-ля-ля-ля. Узнать про бомбу.
Вы не видели ничего подозрительного сегодня? В этом доме все подозрительно, вы тоже. Вы любите вашего другого вождя? Конечно. Никто не любит вождя так, как люблю я. И минуты в этом не сомневаюсь. Хорошего дня. Ты живешь. Третий? Давай заглянем в третий. Она уже идет в третью. Он же ты баклажан. Про работу. Обознай сумму. Если поехать в день, закончить разговор. Угу. Спросить про подозрение в доме. Маргарет, видели в доме что-то подозрительное? Это вы по адресу Карл. Цветок на первом этаже совсем закидал окурками. Почту воруют. В дворе дверцы холодильника перестала открываться. Соседи стали вести себя шумно. Кто-то по телефону проклинал начальство. Продолжать? Нет, спасибо. Так, надо бы глянуть. Могу я кому-нибудь позвонить? Нет. Ну и да ладно. Нет. Карл, давай. Узнать про бомбу. Вы не видели ничего подозрительного? В этом доме все подозрительно, и вы тоже. Вы любите вашего дома? Да. А. Управляющим домом. Герда Беркюлер, да. Поговорить про страну, бам-бам, поговорить про учебу. Вы учитесь с Гердом? В школе, товарищ Карл, в самой лучшей школе самой великой страны. У меня было самое счастливое детство, спасибо нашему другому вождю. Про страх. Герда, вы боитесь чего-нибудь? Боитесь умереть? В этом нет ничего страшного, отдать свою жизнь за эту страну, что может быть прекраснее. Единственное, чего я боюсь, разочаровать другого вождя. Вычешируй отсюда. Шизанутая. Выходи. Это сюда сейчас поднимется. Yes. Of course, yes. Добрый день. Так, ты ничего не говоришь. Так, открывай. Проверить. Ой, я тебя не заметил. Сволочь. Сволочь. Извините свою тело, их простите. Какашка. Спросить про способ заработать больше денег. Вы не знаете, как можно быстро заработать много денег? Что, Карл, прижала? Думаю, вам нужно доверять, есть у меня одна возможность для вас. Но это большой риск. Интересно, не томите. Хорошо, совсем скоро начнутся петушиные бои, разумеется, нелегальные. В общем, я принимаю ставки. Перья там летят в разные стороны. В данный момент два филиниста. Глупый вождь и мудрый вождь. Ничего себе, именно эти бои не просто нелегальные, они прямиком так не напрашиваются на визит старшего стражи порядка. Я же говорю, что риск велик, Карл. Да и шансы выиграть 50 на 50. Минимальная ставка 5000. В случае победы ваша ставка увеличится в 10 раз. Будете ставить? На мудрого вождя. Ставлю на мудрого вождя. Да вы патриот, Карл, с вас 5000. Мудро, простите за каламбур. Приятно, я сообщу о результатах. Я сообщу результат. Будем надеяться выиграть. Бабёха говорила, что этот, типа, он не проигрывает никогда. Не уж. Так. Надо продать что-нибудь. А все это продай, к чертям паспорта, не знаю, ставь. А что там? Как результат? Я не торопись, Карл, петушиный, бери еще. И еще живы, здоровы, сейчас за поклетками, я сообщу вам. Ладно, будем ждать.
Спросить подразделение в доме Рена. Вы видели кого-нибудь подразделителя? Нет, но у меня тоже есть вопрос. Карл, а вы не возражаете, если я выхожу на выходные и разберу одну из стиральных машин? А что такое? В ней что-то странно постукивает и тикает, словно кто-то буклет постирал. Вот это ты шишь, это там бомбека. Вам подложи один из трех сипов бомб. Подложи один из трех сипов бомб. Тип М. Таймер из наручных часов, 6 замкнутых контуров. Боевую часть, 6 динамитных шашек. По-моему, это она, да. Таймер из будильника, 1 контур с боевой частью, колбасный тролль. Нет. Да, мне реально первую дали. А, ну да, вон она, сверху. Ага. Для обездвижения взрывного устройства перережьте цветные провода в указанном последствии. Так. Ну вот. Это. Какой он сказал? Черт. Еще рвануть осталось. Черт. Черт, 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 черт. Беги сюда, Карл, я забыл, что он там говорил. Набрать номер, узнать тип бомбы. В данный момент наиболее вероятно МГ-53. 53, 53, 53, 52. Шуруй, Карл. Иначе нахер рванешь, кишки не соберу. 53. Красный, зеленый, черный, синий. Красный, зеленый, черный, синий. Забыл. Красный, зеленый, черный, синий. По буковкам записали. У нас меньше 5 минут. Теру давай. Живое устройство осмотреть, обезвредить. Какой провод режем первым? Красный, зеленый, черный, синий. Бомба обезврежена. Ебать его нюх. Тик-так, бум. Охота на инженеров. Нужно усилить дом инженера. Позвонить в министерство, отчитаться о выполнении. Быть возможно, съехать из страны, нужно отдать Дреймону деньги. Вау. Вот это было сейчас нехило. Хотя, думаю, пора на этом заканчивать. Всем спасибо за просмотр и пока.